Привет, друзья! Вы на канале Абсурд Про. И сегодня мы продолжим наш влог. Давно я не выходил. И были для этого причины. В общем, мы организовали здесь собственный концерт. То есть до этого я всегда играл у Грегори классическую программу. И вроде как бы все он организовывал, всех зрителей собирал он. Ну, я там, может быть, кому-то рекомендовал, кого-то звал, но это так, единицы. А мы с нашими ребятами тут, с командой, с друзьями, решили попробовать свои силы и организовать концерт самостоятельно в другой стране. И, ну, вообще, мы впервые это делали, никогда до этого у нас такого опыта не было. И надо вам сказать, что, во-первых, опыт этот просто сумасшедший, он дает какое-то гигантское количество опыта, дает уверенность в своих силах, потому что у нас все в итоге получилось, да, конечно, не без проблем, но я вам хочу сказать, что, во-первых, если у вас есть какие-то мысли что-то там организовать, что-то сделать, и вы понимаете, что это очень страшно, что нужно много денег или много сил, и у вас вообще не справится, просто попробуйте это сделать, потому что это поднимет вас на новый уровень, и вы будете чувствовать как бы уверенность в себе, это придаст вам какие-то силы и, в общем, надежду на то, что вы можете вообще-то. И, ну, я не знаю, это опыт просто невероятный. В общем, давайте я немножко побольше расскажу. Когда возникла идея организовать концерт, мне показалось, что было бы хорошо сделать концерт из музыки, вот, неоклассики и киномузыки, потому что, ну, обычные, как бы, зрители, которые хотели бы, например, сходить на какое-нибудь такое мероприятие, связанное с искусством, но они как бы не очень хорошо воспринимают классику, да, то есть они не так часто ее слушали, хотели бы, но вот чистые классические концерты выдержать тяжело. И вот для таких людей я постарался как бы составить программу, в которой вроде как ты пришел на мероприятие с музыкой, с живой фортепианной, но вроде как и тебе это легко слушать и приятно. Впоследствии в таких концертах можно вводить потом всю разную программу и как бы приучать публику уже к чему-то более серьезному, но вот так постепенно. Вот, возникла у меня такая идея, и что нужно дальше? Нужно искать место. Я слышал, что здесь есть такое замечательное место, называется итальянский квартал. Какой-то очень-очень богатый человек, безумно богатый итальянец, здесь организовал, построил такой выстроил итальянский квартал, и там находится Castello di Bellagio. Это такой замок, ну, в европейском стиле. Ну и, по сути, ресторан, да, там еще территория такая с парком, с видом на горы, с потрясающим закатом. В общем, поехали мы туда смотреть эти залы, потому что они сдаются в аренду. Вот, нам показали сначала один зал, и в этом зале он такой темный, знаете, как какой-то паб. Не знаю, были ли вы когда-нибудь в баре «Кружка» в Москве? Ну вот захаживали мы как-то пару раз туда еще в студенческие годы какие-то. Ну, в общем, полностью какое-то темное место, из темного вот этого дерева, все внутри темно. Ну, больше подходит, скажем, для какого-нибудь, может быть, джазового концерта или такого вокального, где люди, ну, в общем-то, пришли, и фоном у них там будет играть музыка. Вот, нам потом показали следующий зал. Следующий зал уже более такой классический, там, я бы сказал, что хорошо было бы сыграть какой-нибудь, ну, такую камерную программу со скрипкой, с виолончелью, вот, он для этого подошел хорошо. Ну, мы уже думали, что да, супер, причем там это место, этот зал сдавался, по-моему, за 25 тысяч бат на 6 часов, и если там доплатить, или, по-моему, он сдавался за 20, а за 25 можно было уже снять его с террасой, то есть там еще есть терраса, с которой открывался прекрасный вид вообще на закат, на горы. И мы, конечно, загорелись безумно этой идеей, это очень нам понравилось, то есть мы предлагаем зрителям не только там два отделения концерта, какие-то закуски с вином, но еще и вид на потрясающий закат с видом на горы, ну, то есть мне показалась эта идея просто шикарной. Потом нам показали еще одно место, и нас увели в какие-то подземелья, то есть мы открыли дверь, там была такая сводчатая лестница вниз,
как, ну, вот реально какое-то средневековое подземелье. Мы заходим в этот зал, и там все вот в каком-то таком стиле, не знаю, рыцарь, король Артур. Вот, и зал такой тоже, огромная такая арка, длинная-длинная, и так вот столы стоят, как будто бы вот собрание рыцарей здесь. И вот в самом конце такой камин, и вот там хорошо бы смотрелся какой-нибудь трон. Ну, в общем, очень так по-средневековому, мрачно, но вот как-то не как в первом зале, как будто это кружка-бар, а вот как-то торжественно мрачно. И там еще есть тоже выход на террасу. Но поскольку это на первом этаже, вид, конечно, не такой уже, но все равно можно было предложить тоже закат. Вот. Мы, значит, узнали, сколько это стоит. Это стоит 25 тысяч бат. Мы подумали, пораскинули мозгами, поняли, что это хорошая идея. Там вмещалось, по-моему, ну, 100 человек. Вот. Все, мы определились с датой, решили забронировать это место. И через 3 дня нам все забронировали. Через 3 дня они нам говорят. У нас изменились условия. Для того, чтобы вы провели здесь концерт, нужно, чтобы каждый зритель, каждый, в общем, участник концерта, приглашенный гость, должен заказать 2 блюда. Суп и салат. А ресторан-то очень дорогой, то есть мы и так планировали цену как бы ставить, ну, 1000 бат, где-то так. Но еще и эти суп-салат, то есть это либо мы должны оплачивать и быть уверенными в том, что мы как бы не улетим в дикий минус, либо заставлять это людей оплачивать, то есть поднимать сильно, ну, цену билета, ну, чуть ли не в 2 раза. И это очень ощутимая сумма, то есть так мы вряд ли, мы понимали, что мы вряд ли так наберем людей. Ну и помимо того, мне стало интересно, хорошо, вот столько людей, например, закажет, а есть ли у вас ресурсы, справитесь ли вы вообще за, ну, как бы, вот после концерта, когда все люди, все там 50 или 60, сколько человек там будет, все закажут то, что они хотят, и сколько они будут это ждать? На что нам, конечно, ответили, что нужен предзаказ. И, ну, я понял, что это вообще смешно. То есть я должен продать всем людям билеты и за день до концерта всех людей, которым я продал билеты, опросить, а что же вы будете кушать? Ну, то есть, короче говоря, мы поняли, что это вообще не вариант, и нужно что-то искать другое. Ну, надо сказать, что мы очень сильно расстроились, потому что место было супер вообще офигенное, и там был бы, ну, там был бы супер концерт. Ну, что делать? Мы стали искать что-то другое. Нам предложили вот... Если вы смотрели концерт, нам предложили вот это вот Treehouse and Garden Cafe. Это место, в котором, ну, то есть там сад большой, есть помещение, где внутри кафе, и там проводят свадьбы. В общем, нам показали это место, где вот эти сады, и свадебная церемония проходит там. Там стулья вот так стоят, вот алтарь, арка вот эта вот, газон, ну, вот этот вот искусственный. Так, в принципе, место само красивое вокруг, но вот как-то мне сначала показалось, что вот это вот, ну, свадебные церемонии, вот там прямо очевидно для свадебных церемоний. Ну ладно, что делать, как бы вариантов у нас особенно немного. Но главное, что владельцы, то есть менеджер и владелец, они с нами встретились, все мы с ними обсудили, они были очень милыми, и вот без каких-то подводных камней мы все с ними, ну, обсудили. Они даже предложили бесплатные закуски людям предложить. Аренда стоила 9900, и еще по 1500 мы должны были заплатить за каждый вид вина. То есть мы взяли вот белое шардоне, по-моему, какое-то, и красное, уж я не помню, это не я покупал. И мы должны были за это заплатить 3000. Просто не за вино, а за обслуживание этого и этого типа вина. Если мы взяли 3 типа каких-то вина, там, например, 2 каких-нибудь разных белых и 1 красное, то мы бы заплатили 4,5. Вот, потому что, ну, вот у них такое правило. Показалось странным сначала, но, ну, ладно, как бы нам было все равно это дешевле, и уже надо было где-то это место организовывать. Этот концерт. Вот. Все, мы обо всем договорились и начали готовиться к концерту. А как готовиться к концерту, что делать? Нужна программа. Программу я долго очень не мог составить, потому что мы вроде как забронировали место,
мы запустили продажи, мы сделали афишу очень красивую, здесь сделали фотографии, все вот так вот в каком-то сумбуре, потому что мы делали это первый раз. Сделали фотографии, Ярослав сделал крутую афишу, значит, он создал события на сайте, на котором мы продавали эти билеты. Вот, они нам обещали промоушен там какой-то бесплатный, потому что они очень заинтересованы в Таиланде в такого типа мероприятиях. Вот, и, ну, я стал думать над программой. И я понимаю, что продажи запущены, денежки уже потрачены, нужно покупать пианино, потому что мы вот как бы закладывали в бюджете, что мы должны купить пианино. Потому что арендовать это еще дороже, там нужно всегда платить залог 20 тысяч, плюс еще там 3 тысячи на транспортировку и там 2 тысячи там, за аренду. Ну, короче говоря, получается очень много, проще купить самому пианино какой-нибудь за 15 тысяч и уже на все концерты и мероприятия его возить. В общем, мы купили пианино. Я нашел тут даже русскую девушку какую-то, которая сказала, что, ну, ответила мне на объявление в Фейсбуке, точнее, я ей написал. Сказала, о, это вот я вообще закончила Минскую академию, Минскую консерваторию, по-моему, поправьте меня, если я не прав. И вот ее подруга, которая тоже пианистка, у нее, она сейчас в Москве с мужем, а ее пианино здесь. В общем, я купил у них пианино в итоге, потому что это было здесь, и мне было, не было времени искать, в общем, как-то хотелось все быстрее и быстрее это сделать. Вот. В общем, если честно, вот начинаешь перечислять и понимаешь, столько было проблем. У пианино дребезжат клавиши настолько громко, то есть я когда занимался у себя в Кондо, я не представлял. Я понимал, что первый ряд, первый, второй, третий ряд будет точно слышать это вот грохотание клавиш. То есть такой инструмент, в котором, ну, ты вот просто играешь, и клавиши очень сильно гремят. Я знаю, что это можно починить, но у меня просто не было ни возможности, ни ресурсов, и, в общем, как-то не хотелось. Сейчас я полезу туда чинить, и все такое испорчу, и, в общем, нужно будет опять пианино какое-то покупать. Вот, и с пианино были эти проблемы. И мы начали, запустили продажу, а никто не покупает. У меня паника. Я думаю, что ну все, мы попали на деньги. Мы еще, ну, как бы, попросили денег на организацию этого концерта. Все, мы попали на деньги. Никто не покупает эти билеты. Мы каждый день там какие-то рилсы в Инстаграме выпускаем, какие-то объявления, все репостят, репостят. И никто все равно не покупает. Ну, мне сказали, что, во-первых, расслабься, в Таиланде так принято, они как бы за 2-3 недели билеты не покупают. Вот в последнюю неделю вы получите, скорее всего, все свои, ну, как бы, все свои билеты. Но мы все равно, мы пытались, мы в Фейсбуке рекламу запустили, в туалете, в баре повесили, значит, афишу мою красивую, распечатали, заламинировали и повесили в туалете. Потом мы попросили еще вот Грегори сделать рассылку по своим этим, по своей аудитории. Мы попросили его, он еще сказал, что он может сделать рекламу через свою группу. В общем, короче, мы как-то вот как умели, да, как, ну, полнейшие недотепы, но все равно мы как-то пытались сделать эту рекламу. Конечно, я сейчас понимаю, что надо было больше делать, надо было по-другому, надо было вот так или вот так. В общем, что-то я уже понимаю. Потом у нас есть подруга здесь, которая преподает японский язык, и она нам очень сильно помогла, потому что она как блогер, у нее там несколько тысяч подписчиков, и она, в общем, с какими-то блогерами здесь в Паттайе дружит. И попросила кого-то, кто-то сделал репост, кто-то рассказал про меня, кто-то попросил билеты там взамен, да, кто-то просто бартером, я сделал для них рекламу, а не для меня. И вот как-то так начали собираться потихонечку люди, и уже там не на 2000 продано билетов, уже на 10. И то есть мы уже вроде как почти купили аренду, оп, уже на 15. И вот это вот все поднимается, и у тебя как-то поднимается настроение, поднимается какое-то желание еще больше делать, и вот у нас уже 20 тысяч, и вот у нас уже там 40 людей придет на концерт, и ты уже начинаешь даже паниковать понемножечку. Так, камон, 50 человек уже на концерте. Как бы надо готовиться серьезно. Я все играл по нотам на iPad.
Но все равно есть какие-то вещи, которые там нужно было прям выучить. Надо было «Пиратов Карибского моря» хорошенько получить. В общем, короче, очень много всего пришлось пройти, в смысле каких-то стрессов. Но я был на пределе, вот подходя уже к концерту, сейчас немножко про него. Сам концерт мы назначили на 2 сентября. Это мой день рождения. Сразу предупрежу, не делайте так никогда, потому что, ну, во-первых, ты в стрессе, ну, я, по крайней мере, я был в стрессе 2 недели до концерта, я был в стрессе, естественно, весь день концерта, я не мог там не отвечать нормально людям на поздравления, не поднять трубку, потому что я вот просто до 6, в принципе, был занят, потом у меня был концерт 6 до 7, потом я как-то отходил от этого всего. Ну, короче, в итоге я, мне кажется, так с людьми даже нормально не смог поговорить и как-то расслабиться, успокоиться. Это же мой праздник, по идее. Но в итоге я только думал о концерте постоянно. Вот. Ну, в общем, меня трясло очень сильно. Я думал, что у нас что-то не получится, что звук будет плохой, что люди там придут и скажут, ой, за что я заплатил там эти деньги, не хватит вина людям или еще что-то. Ну, в общем, короче, куча мыслей лезла в голову нехороших. Но потом я почему-то вот пришел в это место, когда мы пришли туда настраиваться, привозить пианино, и меня как-то так все успокоило. Там так красиво, там все так они хорошо устроили, вытащили вот эти вот столики для людей, чтобы они там пили вино, и все сервировали, все фужерчики выкатили, все газировку тоже они всем предлагали бесплатно. В общем, как-то так все мне стало спокойно, меня отпустило, я до концерта уже успокоился, все, переоделся, общался там с людьми, люди подходили, и я с ними общался, я там знакомил людей друг с другом. Я даже речь, если честно, придумал вот там за 10 минут до выхода на сцену. Ну, я подумал, что нужно как-то представиться, и, пожалуй, я буду это делать на английском. Вот, я сказал какую-то речь на английском, мне потом, конечно, сказали, что это было тихо, просто не все люди как бы услышали, потому что их было 60 с чем-то человек, представляете? То есть от нуля вот этого, когда была паника жуткая, до 60 с чем-то человек, и мы это сделали сами. И когда ты это понимаешь потом, у тебя просто, ну, не знаю, штормит аж от того, что, ну, у нас что-то получилось такое серьезное, и мы это сделали сами. Я, наверное, уже 10-й раз это говорю, но, ну, я правда не ожидал, что мы так все это здорово сделали. Вот. По программе концерта я могу сказать, что если вы смотрели, то первое отделение мне показалось скучновато. То есть его надо как-то разбавить. Вот. Второе отделение, оно все такое. На драйве оно крутое, там. А вот первое, ну вот, наверное, надо первое отделение разбавить какими-то штуками из второго. Вот. Конечно, самая главная сложность, которая у нас была, и то, что не получилось, да, можно сказать, это то, что вот это место, оно как бы, это открытый такой сад, и рядом с ним находится дорога. То есть мы играли в открытом пространстве. И рядом находится дорога, по которой периодически ездят мотобайки, грузовики, лают периодически собаки. И, конечно, ты, когда ты играешь и понимаешь, что сейчас вот едет какой-то грузовик, а ты там хочешь пиано что-то тихо-тихо сыграть, тебе приходится поддавливать. И в итоге, конечно, на характер музыки это сильно влияет. То есть тебе приходится иногда какие-то неожиданные вещи делать, чтобы просто прикрыть этот грузовик. Вот. Хотя другие сказали, что, ну, почему это придает же какую-то, ну, как бы атмосферу. Люди же понимают, куда они идут, что это будет сад открытый, и это не концертный зал, наоборот, как бы. Ну, в общем, это может создавать определенную атмосферу. Но мы, конечно, наверное, делать так больше не будем. Мы не будем в открытом пространстве играть. По крайней мере, так близко с дорогой. Вот. И первое отделение, мы подключили колонку на всякий случай, потому что пианино, оно, конечно, достаточно громко играет, но все-таки нужно было немножечко подзвучить, потому что людей было много. Вот. И мы подключили колонку все там за полчаса до выступления или за час. И вот пока я там ходил со всеми, общался, всех встречал, я сел играть. После первого отделения ко мне подходят и говорят: чего-то очень тихо, почему-то звука нет.
Ну, не то чтобы нет, да, пианино-то было на полную, но колонка не включилась, к сожалению. То есть она какое-то время была настроена, но поскольку она не использовалась, она просто отключилась. Вот, и некоторые жаловались на то, что, ну, вот, тихо. Но во втором отделении мы все починили, все было громко, ярко. И, в общем-то, мне кажется, как раз после первого отделения люди так вот, немножечко еще скептически, но после второго все, мне кажется, были рады, довольны, меня все подходили, поздравляли. И я понимал, что все это у нас все получилось. В общем, такой вот коротенький у меня рассказ про концерт. А, еще надо сказать, что когда люди приходили, очень многие говорили, что «Боже, мы так рады, что наконец-то культурная жизнь там вернулась в Паттайю». Точнее, нет, что жизнь вернулась в Паттайю, и еще и вот какие-то культурные мероприятия. Так здорово, что вы это все организовали. И это тоже какой-то себе плюсик ставишь. В общем, друзья, будьте смелее, делайте какие-то дела, которые вы запланировали и очень боитесь. Ну, ничего страшного, что у вас что-то не получится или что это не получится. Вы хотя бы будете знать, у вас уже будет опыт. В следующий раз вы не будете совершать каких-то ошибок. Проанализируйте, и в следующий раз точно получится. В общем, короче, никогда не надо этого бояться, потому что в случае успеха это супер-супер окрыляет вас и дает силы для того, чтобы двигаться дальше. Все, всех обнимаю, всем спасибо, что были со мной, подписывайтесь на наш канал, и еще, пожалуйста, у нас теперь есть партнерская программа с Aviasales, и если вы будете куда-то лететь, например, в Таиланд ко мне на концерт, пожалуйста, проходите по ссылочке и приобретайте билеты у Aviasales. Все, всем пока!